Всем привет! Газель Next, полугрузовая, полная масса 3,5 тонны, масса снаряжена 2520, клиренс 170, максимальная скорость 130, расход топлива от 9,8 до 12,1 литра. Так, двигатель бензиновый, понятно. Колеса дисковые с неразборным ободом, шины, такой подвеска, передняя независимая на передних рычагах с электрическими пружинами. И здесь задние две продольные полуэллиптические рессоры с дополнительными рессорами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него. Тормозная система двухконтурная с гидравлическим приводом и вакуумным усилителем. Спереди сзади стоят дисковые тормоза, сзади барабанные. Цена машины 1 285 000. Давайте смотреть, как она смотрится. Сразу по поводу вот этого скажем. Значит, кто-то говорит, почему не в цвет, а вот именно вот в таком исполнении. Ну, вы знаете, во-первых, это база, видите, даже туманок нет. Во-вторых, многие говорят наоборот, вот для такой машины она, ну, типа самое то. Сюда промыл, какие-то здесь летят камешки, незаметно и так далее. И вот это, в конце концов, дешевый снял, поставил другую, новую, все. Здесь у нас вот такие вот поворотники. Обратите внимание, огромное зеркало. Из двух частей состоит, раз, два. Надпись «Газель Next». Смотрим. Такая от резины «Кардиант». Здесь почему-то половина арки зашита, а вторая половина почему-то не удостоилась этого. Почему, непонятно. Идем дальше. Вот такая ручка. Ну, здесь видно, да? Ну, не знаю. С одной стороны, как бы некрасиво, с другой стороны, это рабочая лошадь. И здесь что-то опять же вычурность это делать. Это будет машину только удержать замок. Здесь у нас лючок для забака. Фонарь. 3 года или 150 тысяч гарантии. Кузов полностью оцинкован. Естественно, кроме крыши. Так что получается, вот эти ниши, возможно, нет смысла закрывать. Тоже каждый решает сам для себя. Для номера место. Есть такой порожек интересный. Ну и вот грузовое отделение, видите, да? Здесь у нас вот крыша не зашита, в общем-то, если при желании можно сделать самому боковиной, чтобы по-другому все выглядело. И вот такая стоит перегородочка. Здесь для закрепления груза все эти сделано так все. Ну, вот так раз, ручка вот эта сдвигается и здесь закрывается. Ну, по-своему работает. Здесь вот такие красивые фонари, мне нравится. Бампер. Вот так он выглядит, и запаска, как видите, сзади. Ручка. Открыть изнутри. Такая дверь раздвижная. И вот здесь второй ряд сидений, видите.
такой что-то типа органайзера. Что-то можно положить. Правда, все из твердой пластмассы. Ну, сиденья простенькие. Ремни безопасности. Такие вот лямки. Люк, как видите. Давайте зайдем, посмотрим, что здесь. А здесь вот видите, тут получается еще вот такая полка. Довольно-таки неплохо. Динамики. Здесь видно, вот сдвигается форточка. Ну и вот тут что-то, видимо, заглушка какая-то. Довольно-таки неплохо сделано. Вот так смотрится водительское место и пассажирское. Рычаг КПП, 5 передач. Подлокотник. Вот такая дверь. Здесь, как видите, нишка небольшая, там саморезик торчит. Здесь тоже ниже, под бутылку, динамик. Самая простенькая ручка. Повторюсь, здесь не обязательно что-то такое. Вычурная рабочая лошадь, электростеклоподъемники. Свет, подсветка. Надо полагать, это круиз, потом посмотрим. Так вот работают воздуховоды. Здесь все тоже идет. Ну и такая подножка. Здесь регулируем сиденье, спинка. Давайте зайдем. Так, три педали. Здесь видите, все в пластмассе. То есть, обратите внимание, все это быстро, легко моется. Все красиво. Хоп, 5 минут. И все протерли. Очень даже и неплохо, кстати, сделана задумка. Так, вот такая у нас приборка. Этот рычажок у нас отвечает за свет. Здесь работа с омывайкой. Тоже здесь воздуховоды. USB гнездо. Заглушка стоит. Здесь у нас температура. Различные зоны. И скорость вентилятора. Прикуриватель. И здесь надо полагать розеточка. Ну, видимо, это не самая дорогая комплектация. Где написано газ. Все отключено, потому что садится аккумулятор, SD-карта, микрофон. Так, здесь вот такой вот сверху бардачок и еще снизу. Обратите внимание, сделан ящичком, очень даже красиво. Ну и вот как смотрится дверь сбоку. Ручка, ниша, такая низкая оконная линия, очень все видно хорошо, освещение хорошее. Здесь, как видите, тоже должна быть подсветка. Все отлично, повторюсь, тут ничего у нас нету, ни зеркал. Собственно, они и не нужны. Все красиво работает. Ручка. Еще одна ручка. Замечательно. Просто здесь стоит площадка под зеркало. Соответственно, оно здесь не нужно. Вот я закрыл. Довольно-таки все отлично видно, что сзади происходит. На руле у нас кнопки, листать треки и громкость больше-меньше. Здесь есть регулировка руля, но я так понимаю, она только по высоте. Угу. Руль только по высоте регулируется. Ну и вот, в общем-то, этого и достаточно. Посадка здесь, я бы сказал, очень даже удобно. Кстати, тут еще вот один есть бардачок. Такой вот. Очень даже удобно.
И здесь еще сядут двое. Вполне. То есть я бы сейчас все подвинул. Вот здесь есть подлокотничек. Очень удобно сел. И все. Мне еще нужно подвинуться, чтобы сидеть удобно. Вот вообще красота видно, да? Я сижу, вот рука на подлокотнике. Хоп, едем. Чик-чик. Все. Вот, удобно работает. Так, вот здесь шпаргалочка. Вот, видите, да? Параметры фургон комби. Количество мест включает 3, 3, 7. Так. Ну, масса полная везде одинаковая. Грузоподъемность 1,5 тонны. И скорость автомобиля 130 км в час. Максимальный подъем преодолеваемый автомобилем с полной нагрузкой 26%. Погрузочная высота 730 мм. Углы свеса с нагрузкой в градусах 22. Передний и задний от 14 до 13. Вот такой вот газончик Next. Офигенная просто обзорность. Просто офигенная обзорность. Все хорошо видно. Ну тут, конечно, ожидать чего-то такого, все твердое. Но в любом случае обратите внимание. Красиво, да, все сделано. На удивление все швы аккуратные. Здесь практически все хорошо сделано. Здесь тоже видите, да? Все ровно. Здесь все ровненько, красиво, ничего не торчит. Тут, как видите, опять же еще куча заглушек. То есть надо понимать, что в более дорогих вариантах здесь что-то еще будет. Ну и в общем, вот это что у нас такое? Угу. У нас тут вот пепельница. Ну и тут, видите, еще место для бутылки. Бух туда, воткнул. Ну все, и погнали. Здесь пластмасса твердая, но такие приятные к руке. Руку положил. И очень, знаете ли, удобно. Молодцы, в этом плане они постарались. Здесь вроде как кажется, что широкая. На самом деле это все обманчиво, очень даже хорошо видно. Тем более высокая посадка. Все видно хорошо. Вот такие вот дела. Удивляет газель. Молодцы. Может быть, чуть-чуть еще им доработать интерьерчик, ну, можно как сказать, не знаю, пойти на компромисс, чтобы, допустим, какие-то, может, чуть-чуть ткани получше, здесь вот наполнитель, чтобы получше был. Ну и все, тут, кстати, видите, тоже есть подлокотник, и уже не, тут нет никаких фиксаторов, вот как есть, так он и все. И уже смотришь, наши будут это больше смотреть в сторону газелей, нежели там эти Дукати, да всякие Ситроены. Вот так. Динамик тоже там внутри. Ну, в общем, все здорово. Лично мне нравится. Вот так все закрывается. Очень даже красиво все. Здесь вот так все выглядит. Обратите внимание. Аккумулятор. Тут все красиво сделано. Шумочка такая. Теплозащита. Здесь тоже обратите внимание, все. Замечательно. Замок такой. Ну и здесь, естественно, у нас тут будет стоять это вот дело. Вот такие фары. Ну вот так вот. Газель Next. Грузопассажирский вариант.
всем пока, счастливо.